Перед вами ручной насос Браво с алюминиевым штоком. Данный насос подойдет не только для накачивания водных аттракционов, но и создания высокого давления в надувных лодках. Давайте откроем упаковку и посмотрим комплект поставки. Сам насос, шланг, две насадки различного диаметра и переходники с различным диаметром, которые подойдут для лодок разных производителей. Отличительной особенностью данного насоса является алюминиевый шток, что позволяет выдерживать насосу большие нагрузки. Это насос двойного действия. Его рабочий ход происходит как при поднятии штока вверх, так и при опускании вниз. При достижении давления 400 мБ насос автоматически переключается на один рабочий ход. То есть надувание происходит только при опускании штока вниз. Этот и многие другие товары вы всегда сможете найти в интернет-магазине «Водник».